Отношения между Россией и США находятся на опасно низком уровне, и благодарить за это следует Конгресс. Такое сообщение разместил президент Дональд Трамп в своем твиттере. Во вторник он подписал новый пакет санкций, в том числе антироссийских. По мнению политологов, у Трампа не было иного выхода. Законопроект в любом случае вступил бы в силу, а противодействовать ему было бы политически неосмотрительно. Первая причина в том, что следует учитывать подозрения в сговоре между его администрацией и российским правительством во время предвыборной кампании. Если бы он заблокировал проект, то лишь подлил бы масло в огонь этих подозрений. Это обернулось бы колоссальным политическим уроном. Вторая и более практическая причина – проект был одобрен абсолютным большинством голосов в обеих палатах, так что даже вето не помогло бы. Закон был бы одобрен, несмотря на возражения президента. В российском руководстве также уверены, что Дональд Трамп поддался политическому давлению. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев в своем твиттере заявил, что конечной целью американского истеблишмента является отстранение Трампа от власти. В Москве, кроме того, уверены, что ухудшение отношений отнюдь не краткосрочное.